Сложная игра на искусственном поле. Проблемы у нас, небольшие проблемы с составом, много ребят травмированных. Истинно кубковая игра, естественно, что у хозяев команды, которая дивизионом ниже находится, всегда такой настрой, такая отдача. Поздравляю всех наших болельщиков с выходом команды в следующий круг. Собственно, мы и преследовали эту цель, чтобы привести в город и сделать праздник футбола команду премьер-лиги. Несмотря на все сложности, которые у нас есть, составом много борьбы было в этой игре. Но главное то, что мы победили все и вышли в следующий круг. Кого-то можете отметить из своей команды, из команды соперника? Ну, команду соперника я могу отметить всю команду, потому что ребята играли с запредельным настроем. Понятно, что где-то они понимали, что они немножко ниже классом, чем наши игроки. Не все, правда, наши игроки, потому что у нас тоже очень много игроков, которые играли во втором дивизионе. Где-то ниже и за счет настроя, за счет самоотдачи и все. А у нас где-то имело место, ну, скажем так, моментами, что мы вот выйдем и за счет того, что мы команда ФНЛ, мы команду второго дивизиона легко обыграем. И я предупреждал об этом ребят, что таких игр простых не бывает. Эта игра подтверждение моих слов. Оцените судейство. Пенальти было? Ну, мне с этой точки, со скамейки, там сложно было определить все. Ну, раз судья принял такое решение, значит, он руководствовался пунктом правила игры. Я считаю, игра была хорошая, что с нашей стороны, что со стороны «Факела». Во-первых, очень благодарен и ребятам, и болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать. Я, честно говоря, не ожидал, что столько в Орехово ходит. Это первая моя игра, что столько. Дай Бог, чтобы на следующую игру в чемпионате на нас пришли посмотреть так же. И мы им очень благодарны. А так по игре, я говорю, мне к своим ребятам претензии предъявить не в чем. Они то, что могли, то, что есть сейчас на данный момент, они полностью выложились. Я им очень благодарен за это. Василий Сергеевич, вас дозаявили в команду буквально за час до игры. Да, да, сегодня. Вы успели там с кем-то познакомиться? Вы, я, насколько знаю, вчера приехали? Да, я вчера приехал вечером, сегодня дозаявили. Конечно, нет, слава богу, помощники мои помогли мне разобраться. Кого-то я знал, ребят, естественно. Так я вживую один раз смотрел, только посмотрел обзоры игры «Знамя труда». Какое-то было у меня первое там впечатление. Но то, что живьем, конечно, это все по-другому. Еще раз говорю, я приятно удивлен, как ребята. Самое главное, то, что я просил, самоотдача, желание у них было на высшем уровне.